И далее эфир продолжит новости экономики. Наш постоянный эксперт, доктор экономических наук Сергей Мясоедов, расскажет о нормах квадратуры жилья на одного мурчанина, а также чем может помочь федеральный реестр сведений о банкротстве. Согласно международного стандарта качества жилья, разработанного ООН и ЮНЕСКО, на одного жителя должно приходиться 30 квадратных метров индивидуальной комнаты и еще две комнаты, предназначенные для совместного пребывания. В России достичь указанных параметров могут не каждые семьи, и то только при условии привлечения застройщика. Об этом и поговорим. Здравствуйте. При выборе объекта приобретения или застройщика рекомендуется проверить прежде всего единый федеральный реестр сведений о банкротстве, где вы найдете либо не найдете данные о предполагаемом застройщике или продавце. А также следует проверить интернет-порталы правительств регионов, где публикуют черные списки застройщиков и проблемных объектов. Наибольшее число пострадавших от застройщиков приходится на Подмосковье, второе место занимает Санкт-Петербург, третье – Москва и Новосибирская область, далее – Самарская область и Краснодарский край. Основными проблемами для будущих собственников жилья являются доплаты сверх сумм, указанных в договорах, двойная продажа жилья, невозможность зарегистрировать права собственности, то есть задержка сроков регистрации, приобретение жилья не у застройщика, использование серых схем оплаты за жилье, а именно векселя, предварительные договора, возмездные договора купли-продажи. Государственная Дума постоянно совершенствует законы по защите участников жилищного рынка. Но самим гражданам страны не следует ловить ворон, а внимательно читать документы и многократно проверять информацию продавца, прежде чем купить жилье. И на этом у меня все. Далее продолжат выпуск мои коллеги из Заморской службы новостей.